Для того, чтобы стереть следы пребывания азербайджанских тюрков на исторических и этнических землях, армяне постоянно, под различными предлогами, а также на основе деления административных районов в эпоху Советской Армении, претворяли в жизнь меры по переименованию и присвоению тюрко-угусских названий. Сегодня в рамках проекта «Хроника Западного Азербайджана» мы расскажем об одном из наших исторических поселений – Аллахвердинском районе, первоначально называвшемся Манас и ставшем жертвой армянской политики переименований. Аллахвердинский район расположен в Нагорно-Борчалинском районе Лоруйского махала Западного Азербайджана. Эта территория, древнетурское название которой Манас, после XI века была включена в состав государства сельджуков, монголо-татар, а в XVIII веке перешла под контроль Надыршаха Афшара. В конце XIX – начале XX века, то есть 1880 по 1921 год, Манас входил в состав Лору-Борчалинского уезда Тифлисской губернии, а в 1920-29 годах был включен в состав Лору-Памбакского уезда. На карте Кавказа район, расположенный на берегу реки Борчалы, обозначен в 5 верстах. Как район, Манас был создан 9 сентября 1930 года и до 19 сентября 1969 года назывался Аллахвердинским районом. Его территория составляла 1111 квадратных километров. Расстояние от районного центра до города Ереван составляло 191 километр. Здесь протекала река Тона, переименованная в Дебет. В 1969-95 годах Аллахвердинский район, существовавший на территории Армянской ССР и Армении, назывался Туманянским. Название было изменено указом Президиума Верховного Совета Армянской ССР от 19 сентября 1969 года в честь армянского писателя Ованеса Туманяна. Исторические названия населенных пунктов Аллахвердинского района, переименованные различными указами Президиума Верховного Совета Армянской ССР, следующие. Манас Аллахверди, Гаджидур Цахкашат, Садибаглы Чкалов, Цех Туманян, Туманян Цех, Захгадзор Туманян, Айгехат Данушаван, Узунлар Отзун, поселок Гранитный завод Карком, Аллахвердинский район, Туманянский район, Гачаган Арибатсак, Бейк Айрым Мец Айрым, Кичик Айрым Покур Айрым, Юхары Ахтала Верин Ахтала, Хакари Акори, Шамлык Шамут, Шыных, Шнох, Красный Агек, Кармир Агек. Поскольку не вызывает сомнений, что название города Манас имеет тюркское происхождение, армяне, желая изменить его национальную принадлежность, переименовали район в Аллахверди, и таким образом еще одна страница древней истории осталась в тени. В настоящее время все население района составляют армяне. Основными жителями этой территории, топонимика которой сформировалась на основе этнонима Аллахверди, принадлежащего тюркскому племени Борчалы, были азербайджанцы. Наряду с азербайджанскими тюрками здесь также проживали и греки, которые прибыли сюда в 1790 году для работы на рудниках. После 1828 года на эту территорию были переселены хаи. В 1831 году здесь проживало всего 24 азербайджанца, а в 1873, когда количество проживавших азербайджанцев составляло 143, под покровительством царской России здесь было поселено 70 армян. В 1886 году здесь проживало 132 азербайджанца, 46 армян и 989 греков. В 1897 году 187 азербайджанцев, 104 армянина и 1100 греков. В 1918-20 годах азербайджанцы были изгнаны армянами со своих родных земель. После установления 29 ноября 1920 года советской власти на территории современной Армении, оставшиеся в живых азербайджанцы вернулись обратно. Однако в освободившихся азербайджанских домах поселилось армянское население. В результате количество хайских домов постепенно увеличивалось. Так, в 1922 году здесь проживало 24 азербайджанца, 87 армян, 1242 грека. В 1926 году 40 азербайджанцев, 6563 армянина, 1500 греков. В 1931 году 272 азербайджанца, 538 армян, 1351 грек. А в 1970 году 278 азербайджанцев, 21835 армян и греков. Наконец, в 1988 году азербайджанцы были полностью депортированы.
Из-за давления и преследования армян наши сородичи были вынуждены покинуть такие населенные пункты Аллах-Вердинского района, как Бейюхайрим, Хичикайрим, Юхары Ахтала, Ашага Ахтала, Манас, поселок Мадан, Шамлык, Падин, Джелиза и поселок станции Ахтала. Таким образом, Армения меняла название места поселений, занималась исторической фальсификацией. Хаи и Дашнаки, продолжая враждебную политику по отношению к нашему народу, арменизировали названия наших районов, пытались стереть национальные адреса, целенаправленно уничтожали топонимы. Однако эта политическая цель уже переживает период бесперспективности. Стирание или изменение истории, запечатленной на камнях, не принесет успеха чужеземцам, потому что эта историческая память принадлежит азербайджанскому народу.